Приветствую подписчиков и зрителей моего канала. Одесса, 4 сентября. Появилась информация о том, что в Кривом Роге утром сбили вражескую ракету, а в Мелитополе уничтожили российский вертолет. О сбитой ракете сообщили в воздушном командовании «Восток». Что касается Мелитополя, то по словам мэра Ивана Федорова, там в очередной раз раздавались взрывы на военном аэродроме. В результате взрыва был уничтожен вражеский вертолет. Также сообщают о том, что сегодня еще одну вражескую ракету сбили над Николаевской областью. И есть информация о том, что вооруженные силы Украины сбили вертолет оккупантов Ми-28 вблизи Гуляйполя в Запорожской области. Я на связи, как информация будет обновляться, сразу же буду сообщать. Не забывайте подписываться, до встречи, всем пока.